В Чебоксарах в честь ветеранов МЧС и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, установят полуротонду. Уже заложен первый камень. Заслуги огнеборцев с многолетним опытом работы отметили государственными наградами. О героях наших дней. Сюжет Дмитрия Ковалева. «Спасенным жить, спасателям спасать» – такие слова будут высечены на каменной полуротонде. Возвести стелу планируют в ближайшие годы в сквере на проспекте Ленина. В МЧС уверены, что это место станет символом жизни. Продолжая традиции, я хочу по далекой плену пришедших к нам хороших традиций собрать средства на строительство вот этой памятника по методу НИМЕ. Я хочу напомнить, когда мы строили памятник, у нас фронтовики были инициаторами этого. Ровно 370 лет назад была образована пожарная охрана страны. Случайных людей в МЧС не бывает. Федор Смирнов пошел по стопам отца и сейчас руководит отрядом в Канаше. Самая большая награда – это человеческая жизнь, потому что это тот самый результат профессионализма, который достигается нашими коллегами в процессе своей служебной деятельности. И каждый пожарный, который, идя в огонь, не боится огня, идет с одной целью – целях спасения жизни, здоровья людей. На место ЧП пожарная команда должна прибыть за считанные минуты. Здесь многое зависит от профессионализма водителя МЧС. Георгий Кузьмин за рулем спецмашины 19 лет. Водитель должен знать район выезда, места водоисточников, вовремя доехать на место происшествия. Машины новые дали. Раньше, вот, года 10 назад, все старые машины были. Сейчас в прошлом году новые машины дали. Две новых машины «Урала» по 6 тонн берут. С профессиональным праздником огнеборцев республики поздравил и глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы на развитие пожарной службы направили сотни миллионов рублей. Новая техника поступила и в муниципалитеты для того, чтобы помощь оказывалась оперативно. Природа и погода проверяют нас на прочность. И с точки зрения нынешней статистики она ухудшилась, на самом деле это мы признаем. Но наша задача вместе с вами, с органами власти всех уровней, с органами местного самоуправления, неравнодушными людьми, старостами, главами сельских поселений обеспечивать надежную защиту территории Чувашской Республики. Заниматься профилактическими мероприятиями, превентивными мерами. Лучшим из лучших глава региона вручил благодарности, почетные грамоты и медали ведомства за отличие в службе. Желаю, чтобы все задачи, которые перед нами стоят, были преодолимыми. Ну и чтобы все пожарные наши, выезжая на пожар, домой возвращались живыми и здоровыми. Спасибо и сухих рукавов. Пусть наша доля нелегка, Россия, матушка река, еще пожила на века, не иссякая. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика.